Вы на канале 18 соток. Сегодня расскажу о сорте острого перца, который называется Red Fresno Chili. Этот сорт назван в честь города Фресно в штате Калифорния, США. Это один из самых известных сортов чили. Он используется во всем мире для приготовления среднеострых соусов. Сорт ранний, очень урожайный. Хорошо растет в открытом грунте и на подоконнике. Цвет незрелых плодов зеленый, в биологической спелости плоды становятся красными. Плоды имеют коническую форму, высота растения от 30 до 40 сантиметров. Созревают плоды этого перца за 75 дней. Вот так выглядит зрелый перец в разрезе. Очень сочный, толстостенный, чем-то похож на халапеньо, но у халапеньо более толстые стенки. Острота этого перца по шкале Сковила от 5 до 8 тысяч единиц. Заходите на мой канал, смотрите обзор других сортов острого перца.